Продолжаем выпуск. Иск адвоката семьи Сергея Магнитского. В Мосгорсуде обжалован отказ вернуть прокуратуру дело бывшего замначальника СИЗО «Бутырка» Дмитрия Кратова. Защита требует изменить статью «Халатность», по которой будут судить чиновника на более тяжкую – убийство. Сейчас Кратову грозит до 5 лет лишения свободы. Слушания по его делу по существу назначены на 7 августа. Между тем, решающее голосование о списке Магнитского и по отмене поправки Джексона Вэника в Конгрессе США затягивается. Оно пройдет после ноябрьских президентских выборов. Об этом заявил представитель Палаты представителей Сандер Левин. Речь идет о двух нашумевших документах, которые Конгресс планирует рассматривать вместе. Один из них предусматривает отмену поправки Джексона Вэника, которая ограничивает торговые отношения американских компаний с Россией. В другом говорится о санкциях в отношении ряда чиновников, которых подозревают в причастности к гибели юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Он умер в московском СИЗО в ноябре 2009 года.